Всем привет, вы на канале ТКВКТВ, и сегодня снимаю видео, которое называется «Один день из жизни реалити». Ой, чуть не упала. Ой, это уже только один, можно сказать, раз я снимала. Решила еще раз снять, так как у меня уже много что изменилось. У меня уже другой... другой дом, я имела в виду, изменилось все. Так, сейчас, подождите-ка, покажу вам, вот. Здесь у меня все по-старому, но начались уроки. Книжечка. Здесь мой чемоданчик. Вот он. Там у меня драгоценности мои. Ну, здесь по полочкам все по-старому. А моя кисюленькая... Ау, царапается. Больно. Да, это Муся. Здесь мое зеркальце любимое. Хе-хе-хе-хе. А здесь мои пони любимые. Это моя Луна. А это моя... Это как ее зовут? Или... Все, вспомнила. Это моя маска для сна, в которой я сплю. Так, ну, тут у меня балкончик, которым я ухожу. Ну, я его не очень люблю. Значит, внизу у меня все изменилось. Рарити. А, да-да, мам, иду. И это... Рарити, подожди. Что ты тут делаешь? Да так, ничего. Здрасте. Рарити, я, к сожалению, должна отключиться на несколько минут. Ну, где-то на 30. А куда? Ну, просто я забыла Флёри Харп пирожки купить. Это, посидишь с ней на первом этаже? Я как раз туда и собиралась. Все, давай тогда пока. Пока, мам. Ну, как вы поняли, моя мама не изменилась. Все такая же принцесса, королева нашего царства. Так, идем дальше. Вот наш первый этаж. Ля-ли-ти. Привет, Флари. Это моя сестричка Флари Харт. Она немножко подросла уже. Плохо, но умеет говорить. Это наш попугайчик. Вот он сидит. Это моя одежда. Значит, что у нас тут дальше еще есть? Это мой сундук. Сейчас я вам его покажу получше. Вот. Сейчас. Вот. Сундук. А еще у нас появилось кое-что новенькое. Это вот такой цветок. Это нам мамин день рождения подарили. Вот он, вот, вот такой стоит. Это моя одежда, мои юмочки. А это мамин трон. Но скоро это будет мой трон. Да. Так, ну, у моей сестрички все хорошо, да, Флари? Да. Она... Плохо говорит еще. И глядь. Хочу и Ой, Флори, аккуратно. Ну, она еще маленькая. Я уже босая. Мне уже... А сколько мне есть? Ты еще пока что не знаешь. Мне один... Нет, мне больше. Ой, ей 2 года. Дя, мне дядя. Она 2 говорит, как дядя. Ну, ну вы поняли. Так. Ладно, иди со мной, будем с тобой играть. Ура! Ура! Я хочу играть с Муси, Муся, Муся. Только не Муся, нет! Стой, стой, о, стой. Муся! Ой, сестричка упала. Извини. Да ладно, ничего, меня уже не первый раз швыряют с первого этажа. Да, так, ничего. Страшно, я поднимаюсь. Ой, какая-то у нас гиперактивная. Может, на качельках покачаешься? Не хочу. А холодно на улице. Да, прохладно. Хотя солнышко светит. Так, давай мы с тобой с Муси потом поиграем. Сейчас поиграем. А, блин, что бы придумать. Давай просто с тобой будем делать, как... Ну, будем делать дела, как каждый день. Ну, я не хочу опять в кроватку.
А я сейчас тебе твою игрушку принесу. Да, игрушка моя любимая. Ой, игрушка. Это, во-первых, моя эта игрушка, но я тебе ее подарила. Дядя, сейчас будем прыгать на ней. Ой, сломаешь, будешь новую покупать. А я не могу. Ся-ся-ся-ся. Ой, ой. Встать надо. Ой. Сейчас я еще упаду вниз. Но у меня крылышки есть, я могу взлететь. Ой, умная, да, молодец. Ладно, пойду схожу за моим Сквиши. Это ее любимая игрушка. А, сейчас приду. Ой, Сквиши, ой. На свой батут. Уля, ой, батут падает. Да не упадет твой батут. Давайте его открою сейчас. Уля, мой котик Сквиши. Да, мы его в Пятерочке купили. Плик-скок, 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 плик-скок. Хе-хе-хе-хе. Мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Не бойся, Муся, это Сквиши. Я, мне кажется, себе замок сломаю, если буду вот так вот Сквиши делать. Сестра, ты где? Улетела нечаянно на первый этаж. Плигать на Сквиши, 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 Сквиши. Ха-ха-ха-хи. А сейчас быстро еще выше. Ау. Ты в порядке? Да, я в порядке. Ой, давай прыгай. Сквиши, 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 Сквиши. Я устала. Давай, пусть он полезет тут, а я хочу кусать. И вот так вот у меня проходит каждый день. Ой, ну сейчас уже школа, поэтому я ее кормлю, укладываю спать, а сама иду делать уроки. Но на данный момент я уроки сделала. Я прихожу, кушаю и делаю уроки. А сейчас я буду в телефон, наверное, играть. Или Сквиши. Вот так вот делать. Я посмотрю. Давайте накормим. Ой, каждый день я должна ее кормить. Сейчас магии. Поверну. Повернем. О, все. Теперь надо взять. Взяли. Сейчас. Молочко туда. Чик-чик-чик. Все, молоко есть. Да, надо покусить. Я спать хочу. Пойдем, Сквиши. Это мой Сквиши. Да, ну только купили его мне. Смысла вообще нету. Ну тогда купи мне такую же Сквиши. Ай, ладно, забирай, я себе нового куплю Сквиши. Наверное. Ну, хорошо, я пойду возьму его. Мой Сквиши. А где нас новый питомец? Я не знаю, где он гуляет. И в крайнем случае, это, если он потеряется, это ты будешь виновата. Ну почему ведь не я? Потому что ты его сказала выпустить утром. А мама сказала, что его нельзя выпускать. Ну блин, позовем его? Давай, кись-кись-кись его зови. Если вам интересно, что это за питомец, смотрите дальше. У нас появился новый питомец. Сейчас. Сестра, летю! Сквиши! Ой! Яков, точнее, наш попугайчик, он у нас еще давно появился, но так как мы его купили, потому что мы захотели, потому что нам решила сделать наша мама подарок. У нас есть кошка Муси наша, это наш первый питомец. Она еще родилась, когда мне было... Появилась, когда мне было 8 лет. Все, да, правильно. Она тогда уже была, но она еще была такая маленькая. Но она подросла потом. Сейчас она уже большая кошка. Да, а новый питомец, он такой красивый. Только когда я плачу, мама, можно с ним поиграть? Она говорит, он тебя может укусить. Ну, блин, ну как? Ха, просто... Знаешь, как собачки кусают? Как? Ам, и все. В смысле все? Ну, крылышка нет. Ой! Я побежала. Куда? Прыгать на Сквиши, 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 Сквиши. Тогда меня никакая собака не достанет. Но у нас же нету собаки.
Ну да. Ой, давай ложись спать. Да, я хочу спать. Пусть мой сквиси будет рядышком. Ой. Давай, пусть вот тут будет стоять твой сквиши. А можно на нем спать? Господи, ну как ты это сделаешь? Так, сквиси сюда. И я за сюда. Ну, блин. Ой. Я сейчас улечу. Ну, пусть он вот так вот будет стоять. Ну, хорошо. Тебе удобно? Ай, как мягко. Все, давай спи. Ай, хорошо, что она заснула. Если вы хотите узнать, что у нас за новый питомец, тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мое другое видео. Всем пока. Пока. Пока.